Всем привет, с вами Владимир Сидоренков. Сегодня у нас подходит 10-дневный курс обучения к концу. И у меня сегодня ученик, зовут его Александр, он из Республики Карелия. Я сейчас ему задам теоретические вопросы, погоняю по теории, и также он сделает практическое задание. Меня зовут Александр, я из города Костомукша, Республика Карелия. Я приехал на обучение на 10-дневный курс. За это время я научился затачивать бытовой инструмент, маникюрный и парикмахерский. Заточкой я решил заняться, потому что в нашем городе нет мастеров, которые оказывают такие услуги. А спрос очень большой. Мастеров маникюра, парикмахерский и также бытового инструмента. Так как я вообще ничего не знал о заточке, мне это очень легко отдалось. Сложностей никаких не было в обучении. Мастер, который меня обучал, Владимир Сидоренко, все грамотно и доходчиво доносил. Все понятно. Проверка реза. Отлично. То есть от начала и до самой вершины. Вершина режет идеально. Поздравляю. Молодец. Обучение наше подошло к концу. Сегодня вручаю сертификат. Экзамен ты сдал. На самом деле, удачи. Благодарю. Очень было приятно познакомиться. Взаимно.